Итак, мы уже приехали домой. Сейчас покажем все, что мы забрали. Так, ну давайте вот отсюда начнем. Забрали мы заказ в Wildberries. Забирали несколько дней, потому что я прятала детей вот эти вот попыты. Сейчас покажу, какие заказывала. Заказывала сердечко вот такое. Так, ну-ка все, конечно, пока отсюда. Потом вот такое вот яблочко. Не надо их пока открывать. Квадрат. Вот это вот Маша заказывала от подписчика. Потом покажем, да. Круг. И вот такой вот для Оксаны единорог. Дальше на видео вы видели, мне пришел вот такой вот кошелечек. Так как у меня кошелька нету, чисто для карточек, только визитница есть, и все. И, Света, распакуй, пожалуйста, сковородка пришла для блинов. Заказывала ее еще неделю назад. Сковородка хорошая, блинница, да. Нигде ничего не помято. Я на видео, вы видели распаковку. Я вам засняла, как смогла. Нигде ничего не поцарапано. Потом мы заходили специально для этой сковородки. Я в фикс-прайсе брала вот такую вот лопаточку. Что у нас это было, не помнишь? 55, по-моему. И еще одну мы лопаточку брали. Вот такую вот силиконовую. Специально для этой сковородки. Тоже за 55 рублей. Дальше мы заходили в фикс-прайс. Ну, давай фикс-прайс покажем. Взяли вот такие набор кисточек. А в школе потихоньку начинаю, ребята, закупаться. Поэтому покупаю. Вот такие вот кисточки мы взяли. Дальше тетрадки. Вот такая вот одна тетрадка. Вторая тетрадка вот такая вот. Мы брали разные, мы не берем никогда одинаковые, мы всегда стараемся брать разные. Кверх ногами, но уж извините. Ну вот так вот разные тетради взяли. К школе потихоньку, так как вы знаете, у меня деток учеников аж шестеро, поэтому мне надо много тетрадей. Вот потихоньку покупаем. И также мы взяли альбомы. На пружинах, Света сказала, они более удобнее. Когда проекты делают, можно вырвать аккуратно и не повредив альбом. Вот такой альбом. Но сзади обычный, поэтому показываю обложки. И вот такой альбом. А мы два только брали? Да. А-а-а. Света, распечатай вот это, пожалуйста. Это я потом покажу. Также в фикс-прайсе я взяла шампунь. У нас закончился шампунь. Head & Shoulders по 199 рублей. Также брали пит. Света себе вот такую брала. А я себе вот такую с алоем брала. Очень вкусную. Также взяли как конфетки по 27 рублей. Вот такая вот упаковочка. И, как вы видели, тряпочки мы выбирали. На видео вы прекрасно видели, как мы по магазину ходили. И вот такие вот тряпочки. Также в фикс-прайсе я взяла себе вот такой чехол для очков. Открой, пожалуйста. Одной рукой не могу. Подними. Вот такой чехол для очков. И увидела очки. Там я мерила несколько, ребят, очков. Вот такие вот взяла, потому что зрение у меня вообще ни к черту стало. Особенно, когда читаю, я не могу, я ничего не вижу. Дальше Света увидала там вот такой вот... Как называется? Топ. Чем по цене 249, да, был? Да. Она взяла именно вот такой вот. Потом девочки померяю, в следующий раз пойду, и если им будет нормально. Но тут, видите, тут с пушапом, а Маша с Катей пока розовый еще никак. Да, там розовый и зеленый. Там все с пушапом, поэтому, а без пушапов нету. Для них пока это еще для Кати с Машей большой будет. Так, ну себе плавочки я показывать не буду. Дальше... Взяли мы вот такой вот органайзер. Мы увидели, там один такой стоял. Света, можешь один органайзер собрать? Один такой мы взяли для нижнего белья. И один вот такой. На, распечатывай один какой-нибудь. Дальше забрали мы заказ Сазон. Это вы увидите распаковку на канале «Жизнь с домашними животными». И заходили мы, взяли зонтик. Вот такого оттенка, однотонный, 600 рублей, ребята, зонтики у нас, а 600, 900, 1000 дешевле, вот мы самые дешевые взяли. Потом у нас в магазине мы здесь купили 2 литра молока и 3 булки хлеба. Давай вот так вот покажем. Вот такой вот, ребята, органайзер на липучке, очень удобный. Мы его взяли специально для нижнего белья. Вот только мало взяли, в следующий раз денег пока нет, поэтому пока 2 взяли. А второй можешь тоже распечатать, собрать, посмотрим. Ну, смотрите, рисунок вот такой вот. Ну, я что смогла, там снимала в магазине.
И вот второй такой. Сегодня Света, кстати, вчера нас домыла окно. Я не показала. Да, кстати, домыла окно. И сняла со стола клеенку. И смотрите, он весь поцарапанный. И вот второй вот такой. Давай вот сюда вот так вот покажем. Также липучкой. Там вставляется внутри дно. Очень хороший. Мне очень понравился. Для нижнего белья девчонкам. Потом еще один третий купим. И будет у нас Свете, Кате, Маше. Пока Свете, Кате только, да? Или Маше пока наоборот. Или Маша, Кате заберут. Ну, вот в целом, ребят, вот такие вот пупы. Давай я пупы сейчас раздам, кому какие. Так. Вот это вот мы Оксане. Оксана, держи. Дальше вот это заказывала Маша за 159 рублей. Маш, держи. Так, где здесь? Ваня, тебе какой? Такой или вот такой? Или какой-нибудь из... Вот это вот Мариночке сердечко, да, надо? Или яблочко тебе надо? Да. Катя выбирает, Света выбирает. Света, тебе пофиг какой? Да, ну на, держи. Открой, покажи вообще, что он там за фигня это, потому что я долго не соглашалась. Ну. Антистресс. Кликать. Господи, ребят, а радости у них, да, мышь? Радости полные. Оксана, ты довольная? Счастливые. Оксана, дай сюда свой. У Оксаны вообще, видите, какой Маша говорит, а чего Оксана такой большой? Мама, ну да. Буквы. Ой, у тебя еще и буквы, ты можешь учить буковки. Угу. Смотрите, ребят, смотрите, у Марины еще и с буковками. Классно. Мариночка, иди учи буковки. У Оксаны, видите, вот так вот. Довольны? Угу. А спасибо сказать? Спасибо. Мы тут, кстати, окрошку делаем. Ладно, дорогие друзья, вот такие вот у нас... покупки, пишите ваши комментарии. Все, ребят, дети заняты. Катюша, встань, тебя плохо видно. Встань, скажи, пожалуйста, довольна? А где спасибо твое? Спасибо, Гаврила. А, Гаврила, да, но я не слышала. Дети довольные. Много ли детям для счастья надо? Просто купить вот эту вот, как она называется? Попытки. Короче, попу. Попыт какие-то. Маша, смотри, по жопе дай ей. Пил, вот такие пил. Вот. А тут не так щелкает, да? Да. С одной стороны плохо, с другой плохо тыкает. Ну, вот. С одной стороны так, а тут классно так тыкает. Ну вот такие вот, ребята, дела. Ладно, буду все это убирать и направлю себе чай, потому что доехала. Я вся красная, но это нормально. Но вот сегодня в поездке я поняла, что мне надо с собой брать таблетки. Без таблеток мне плохо. Я была бы таблетка, я бы выпила. Поэтому брала вот это вот алоэ за 27 рублей. Кстати, очень вкусная штука. Всем советую. Знаешь, это как с вкусный активный. С алоэм. Да. О, можешь сюда подойти? Нет. Давай вот так вот чуть-чуть. Покажу, ну вот так вот. Он спортивный. Он и написан на бумажке спортивный. Мы, ребята, будем делать печку. Сейчас я вам покажу. Мы разобрали печку, у нас, видите, все она осыпалась, там все кирпичи, все старые, надо делать. Сегодня придет специалист, скажет, что, какие кирпичи надо купить и стоимость для того, чтобы делать печку. Нам ее надо срочно-срочно делать. К зиме, короче говоря, будем готовиться. Друзья, распаковали мы Озон. Вот там вот такие вот прокладки у нас еще были. 40 штук, 307 рублей. Очень выгодно. Не первый раз заказываю, мне нравится. Поэтому, если кому надо, вот ссылочку могу дать. И вот то, что пришло на канал уже с домашним животным. Видео можете посмотреть. Вот так вот, ребят, на мне эти очки. Но они, конечно, мутные, то, что еще не протертые. А так вообще классно. Вижу в них хорошо. И, наконец-то, нашла форму, которая мне более-менее нравится. Я там перемерила несколько штук. Дочь мне помогала выбирать. Но мне вот эти вот больше всего понравились. Напишите обязательно, как вы думаете, что они мне. И вот чехол сразу к ним взяла, к очкам. Теперь я при очках. Ура! Так, ребят, сейчас Катя вам покажет, какие пупыты, как... Что делают? Кликают? Господи. Ну, давай. Вот. В чем прикол? Так, и первый. Меня, тихо, Ваня, тихо.
Вот вы слышите звуки? Она нам... Громче всех пока Маринкин. Давайте Оксанкин. Оксанкин. Давайте. Ну да, Оксанин тоже хорошо кликает. А тут Ванечка, давай. Отти моя умнича. Вот так вот пайтики тебе надо. Да, вот тебе как нравится. Ваня себе сначала квадрат брал, потом за яблоко взял себе, да, Ванечка? Молодец, тебе нравится? А теперь переворачиваем и опять кликай. Во, слышно звуки тоже. Молодец. Он только вот так нажимает. Ну, он пока нажимает, он учится. А где Маринин? Дайте Маринину, я еще что-то покажу. Смотрите, у Марины здесь буковки, видите, английские. С одной стороны и с другой стороны тоже. Видите, вот так вот. Есть тоже. Это там палец мой, ты что кликаешь-то? Ну, вот факт то, что вот такая вот штука для детей. Напишите, пожалуйста, вам вообще, вот в чем прикол их? Я вот не понимаю этого прикола. Ну вот, им очень нравится. Они прям счастливые, довольные. А с этой стороны оно не кликается, да? Да, с другой кликает. А, ну вот давайте тогда вот так перевернем. Ну да, звук есть. В чем прикол, не понимаю. Ладно, вот такая вот радость была у деток. Дорогие друзья, сегодня у нас на ужин вкусная крошка. Детки ее сами делали, кусочками все резали. Ну, мне больше нравится, когда на терке терт. Так она, мне кажется, вкуснее. Но это тоже ничего, вкусненькое. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита.